На Баляева не разъехались УАЗ и Хонда. Несоблюдение дистанции привело к аварии. Два автомобиля Honda Fit и УАЗ Патриот едут по Баляеву в сторону Луговой. Впереди движется хэтчбэк, сзади внедорожник. Проезжают регулируемый перекресток на этой улице. В нескольких метрах от него Honda останавливается. Тихонечко ехали. Я туда смотрел, машины шли. А он тут тоже, видать, тормознул, а я его и хлопнул. Хлопнул не сильно, можно сказать, слегка поцарапал бампер хэтчбеку. Предполагает, что рулевой Фита остановился не просто так. То же самое, как и я, и он туда смотрел. Машины оттуда перли одна за одной. Пропускал и все, тормознул. А я хлопнул ушами. Водитель внедорожника признает свою вину, не учел нужный интервал дистанции, вот и авария. Осмотрев свои поцарапанные автомобили, водители, безусловно, решают, что лучше разойтись по европротоколу. На место ДТП прибывает аварийный комиссар. Помогает оформить документ, а затем просит водителя Хонды и УАЗа убрать машины с трассы и не мешать другим участникам движения.